В историко-культурном центре прошла церемония вручения орденов мужества родственникам 4 военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Невозможно, практически невозможно выбирать слова, которые позволили бы передать какое-то напряжение, практически сами не можем даже сказать слова сочувствия. Наши парни, наши мужики, ваши отцы, мужья, сыновья, они творят историю, они защищают нашу страну и отстаивают нашу независимость. Награды за мужество и отвагу получили жены, матери и дети погибших воинов. Среди них Александр Детнев, сын старшего сержанта, командир отделения Дмитрия Детнева. Очень сильно горжусь своим отцом. Очень грустно, что он, конечно, не вернулся. Вот, по-прежнему скучаю, я и мой брат. Ну, так получилось. Ну, я никогда не забуду своего папу. Я вот своим детям буду рассказывать про своего отца, про его подвиг. Вот, эту награду я поставлю в отдельный уголок, где вот у меня папа стоит, где вот там фотография папин. Жена старшего снайпера, сержанта Александра Тимощука, Елена, поблагодарила за помощь представителя администрации муниципалитета. Хотела бы выразить огромное спасибо администрации и особенно Алексею Исаковичу за помощь в организации похорон, поддержки. Постоянно, просто почти ежедневно огромная помощь. Во всех вопросах. Согласовываю все действия с Алексеем Петровичем Спаской, главой Ленинского городского округа. Полностью все мы контролируем. Я им докладываю с военкомом, постоянно на связи с военкомиссаром. Но действительно у людей очень много вопросов. Я позвоню в ЗАГС, я позвоню налоговую, я позвоню, вот там была история наложения ареста судебным приставом. Ездили, вы разбирались. В принципе, все наши службы нормально относятся, понимают, что эта история, в общем-то, общее на самом деле, и специальная военная операция не одного человека, она общая. Поэтому, да, надо помогать. После завершения мероприятия глава округа Алексей Спаский, председатель Совета депутатов Станислав Радченко и военный комиссар Михаил Горданов пообщались с семьями воинов и выслушали проблемные вопросы.